первом раунде у нас участвуют Александр ДВМ и Никола Айс. Напоминаю, что победивший будет на полпути ко второму этапу турнира. А кто же из них победит, мы сейчас узнаем. Итак, понеслась. Знаешь, что чувство, Женек, когда вот до этого играли, все бы играли, да, вот теперь как будто это важно и от этого что-то зависит. Нет, вот от этого вообще сейчас ничего не будет зависеть. То есть колоду выбирать нужно тщательно. Я тебе говорил то, что играем один раунд. Один? Один раунд, да. Ну ты представь, мне херачится с 5 участниками. И если я на каждого 3 раунда буду тратить, это будет просто охереть. Ну, хотя бы 2. Не, ну а если ничья, мне придется 3 играть. Возможно. Так что вот такие вот дела. Блин, а я вот прикинь сейчас впервые... А чё ж мы не... Что ты тупишь-то? Я не пойму, блин. Первый выпуск, первый турнир, а ты, блин, как жопа заела. Вот именно, мы... Какой тупой, в смысле заела? Однако, блин. Мы не представились, давай уж представим. Зачем? Это нам Сайдгин нас представил, блин. Давай резче колоду выбирай. Я не знаю, блин, что-то ты так сказал, что надо тщательно выбирать, и я сейчас вот... Из между... того говна, который у тебя есть, ты выберешь. Я вот сейчас, подожди, я говно. Между паладином и паладином выбираю. Блин, рискнуть? Ну, пожалуй. Че, живем один раз? Ну, вообще-то 5, еще 5 участников впереди, так что... Живем ты один будешь раз, первым. Но 5. Первым. Ну я, мне кажется, офигенно, вот первым сольюсь, первый мы... А ты не сливайся. Ну если б я мог. А ты не хочу слиться, не сольешься. Я не хочу. А человек он такой, мудак. Блять. Так, значит. Отлично, отменил карту, она пришла в этом же ходу, просто обоссаться. Как я тебя понимаю? Сегодня с Роханом, короче, ПВПшились, и он такой говорит, ну чё, поехали. Я говорю, ну ты сначала в конфу, как бы, экран в скайпе выключи, а то как я с тобой играю. Он такой, блин, точно. Монетку, чтобы использовать плодника. Чё, мне тебя, что ли, учить? А, точно, я забыл, это же моя стратегия. Ещё бы. Нестабильный портал. Прям нестабильный. Прям как портал. В этом, как он, в Black Mesa. Всё-то у нас нестабильное. Очень нестабильное. Настолько, что даже не передать словами. Давай, ледяную стрелу, блять. А, ну да, ледяная стрела. Ну ты сам просил, я тебе дал ледяную стрелу, чувак. Знаешь, как это предсказуемо? Ледяную, блин. Что он вообще умеет делать? А, херня какая-то. Не, ну вот на таком ходу статы у него очень довольно-таки хорошие. То есть 4 на 5 это... Он вообще так-то на ходу 7 разыгрывается, ничего страшного. На каком он ходу разыгрывается? На 7 где-то. Ты что, офигел? Да не особо. Конечно, со своими нестабильными порталами. Один портал нестабильный, другой. Тут у тебя есть интеллект чародея, почему у меня нет интеллекта? Потому что я паладин? Нафиг он тебе нужен. Нехорошо зашла, ну ладно. Охуительно, я бы сказал. Оу, оружие. Почему? Выводи, у меня кислотный слизнюк прям уже весь такой жижится. Провокация отлично сработала. Дай мне подумать. Саня, она бы отлично сработала. Ты называешь. А, ну ок. Чё у тебя там? Запасная часть? Ну ты дал мне, конечно, запасную часть, чувак. Я просто в шоке. Это запасная часть? Нет. Увидишь сейчас запасную часть. Смотри. Вот тебе запасная часть. А смысл? А сука. Блять. Сука! У тебя карт на руках больше, чем у меня, а ты еще жалуешься.
Ну правильно, лучше самому, знаешь, отхватить. Да. Почему бы, собственно, и нет? О, вот бы она твое прочность оружия уменьшила. Вот был бы обоссаться. Да, я бы охуел. 8 броней. А, это на будущее, да? Или ну, тебя... я вижу, у тебя провокаторы что-то не идут, а он у меня уже на 6-й мане лежит. Я как бы думаю, ну нахер мне еще что-то нужно. Все-таки статы 4 на 5 это неплохо. Ага. Бля, вот я дебил. Математика, Жень, да. Сука. Еще раз и ударь. Сука, я не... чуть-чуть не рассчитал. Как же тяжко ему. Вы посмотрите. Это мне напоминает момент, когда моя кошка дергала за шнурок, пыталась огромный мешок сдвинуть. Там с лодкой надувной. А он раз в 50 ее весом больше. И она мне пыталась доказать, мяукала, что она это сможет. Вот это то же самое. Так, значит... Ну все, знаешь, у тебя сейчас вся аватарка, наверное, такая секретами, блядь, покроется, знаешь, типа. Знаешь, как пупырчатая такая. Да-да, типа, можешь смело из игры выходить, все, что ты не сделал, ты умрешь. Вот охуительная карта, вот нахуй она мне сейчас нужна. Ну, чтоб была. Это я понял. Охуительно, оружие-то я сломал. Интересно. Сука, не хватает. У тебя 7 маны, и тебе не хватает? Ничего, что ж у тебя там такое за мощный монстр какой-то сидит за 7 маны, которого не хватает? Вот он. Нихера себе. Чё ты там припас? Да я тебе не скажу, чувак, чё я там припас. Можешь даже махаться над этим. Что такое? А что там такое? Ведь как долго думал, а? Я просто вот поражаюсь. Да я думал, вывести или нет. Да ты ебал, сколько их у тебя? Мы пойдем пушить. Я какой? Смотри, три секрета, знаешь, это как яйца судьбы какие-то. Или этот, как его, корона из секретов. Представляешь, весь полностью такой, закрученный секретами. Спасибо. Да ты вообще охуел. Гусь. Ах ты падла. Сука. Что еще одна? Да ёб ты. Говноед. Ты посмотри, зато я все твои секреты посливал. Нет, я брат, у меня они еще есть. Сука, так и не дал даже запушить, пидор. Справедливость должна быть восстановлена. Да, я знаю. Чё ты знаешь? Что справедливость должна быть восстановлена. Конечно, должна. Главное этот выпуск не выпускать до того, как я не поиграю с Лилькой, потому что если она запалит мою колоду, будет не есть как хорошо. Хотя я могу, конечно, другой колодой против нее играть, но, блин... Возможно, за сегодня я сразу два этих нахреначу. Уже смонтирую, и можно будет выпускать. Надо только Сайдгена, ну, попросить. Кое-чего. Ой, как долго там выбирается, да? Ты чё, колоду хуёвал? Интересно. Ты посмотри, что делает животное, а. Значит, просто обоссаться можно. Ну ладно. Повыводил, молодец.
Блять, я же испугался, когда она веревка выскочила. Это полевка, у нее есть хвост. Да ты заебал их. Да-да-да. Черт, сейчас будет либо пан, либо пропал. Что-то там, а, ясно. Так. Не пан. Так, если я уничтожу его существо, он вкладет ее две в руки, что-нибудь такое придумал. А, ну-ну. Ну или которое я сейчас заклинание применю, что мне... Отменит, вот, да. Антимагия называется эта херня. Ну-ка. Вот, молодец. Ого, нихуя себе он там понабрал себе карт. Вот это да! Неожиданно, вот собака! Правда? Надо же, вот это обосраться! Кто бы мог ожидать? А в первом раунде победу за собой оставляет Никола Айс, а у Александра БДВМ остается еще 4 попытки.